Друзья, вы посмотрите, какой урожай имеет хозяева. Вах, какой зрелый мандарин. И вот шел второй час рабского труда. Они забрали наши паспорта, обещали нам вернуть после того, когда мы соберем это все. Друзья, это мандарина пад. Вот так вот. И вот когда ты собираешь мандарины и устал, да? Можешь полежать. Болит моя клешня, болит уже. Еще я хочу кастрировать всех пидорасов. Вот, чтобы они не размножались. Прям как в автомат, ты берешь и засовываешь так. Ой. Стою я у витрины, смотрю на мандарины, большие мандарины. Ну а на российско-абхазской границе новый рекорд. С начала цитрусового сезона в Россию везли более 7,5 тысяч тонн мандаринов. Это почти в 4 раза больше, чем в прошлом году. 100 лет назад, в 1916 году, из Абхазии в Россию отправилась первая партия мандаринов. Что, готовы собирать-то? Всегда готовы. Цитрусовые из Абхазии, конечно, везут не только на продажу, но и для личного пользования. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, прожитых под светом звезды по имени Солнце. Это что, какой, 92-й? 70 последний. Вот, приехали на место сборки. Тысячи лет война. Война без особых причин. Объединю. Друзья, всем привет! Вот и я попал в апельсиновый рай. Вот. Мандариновый, господи. Это Абхазия. Вот, деревья засыпаны фруктами. Плодами. Горы вон они. Я и три хрупких девушки. Вот, собирали мандарины. Много ящиков. Как в советские времена, план нужно было перевыполнить. Вот. Они подбадривали меня улыбками, как могли. Я помогал им носить ведра. Вот, мандарины были спелые и падали с веток сами. Вот, мы обидались как могли и были счастливы. Немножко ведь сверху вот так вот это происходит. Вот оно, дерево с плодами. Вот он, плодособиратель с секатором. Вот оно, висит ведро на ветке. Ну и все, так вот берешь и секаторишь. Вот, а вот там другие участники соревнований. Вот, там далеко горы Абхазии, там солнце Абхазии. Абх-абх. Что, нас сначала повешай, ведерко вот это. Оп. Оп, отлично. Мандаринопад. Мандаринопад? Да. Друзья, кто-то когда-то видел мандаринопад? Мандаринопад. Ну, вот такие виды я наблюдаю здесь. Мандаринопада. Вот, и когда ты устал от мандаринопада, можно полежать. Да, или понаблюдать за аленопадом. Кстати, Алена чуть не упала у нас. Я стоял снизу, ловил ее, но ее удержал ангел-хранитель. Друзья, я их не ем, я выжимаю сок с них. А потом жмульки выплевываю. Да, посмотрите, как отбираем, да, четко. Вообще ни одного не остается. А сейчас 12 часов, мы в 9 еще только выехали. 12 ящиков на троих, это по... Даже 15 уже есть, да. Да, я вот думаю, я столько говорю много, и как потом это все монтировать. Сорта мандарин специальные, да? Сорт мандарин, да, есть такой, который очень низкий, и крупный мандарин, наверное, крутые считают вообще. Тут же мясо бегает. Мясо, кстати, вольное, это совсем не то, которое выращено на заводах, которые показывают... В фильме «Земляне» рекомендую посмотреть его. А мы в прошлый раз... Милые животные. На.
На, поешь. Я просто боюсь, что ты меня съешь. Поешь, хорошая моя девочка. Давай, давай. Давай, иди сюда. Поиграем с тобой. А ты что, не угощалась еще? Держи. Держи, ну на тебе. Оп. Прям как в автоматы берешь и засовываешь так. Ой. Оп. Молодец, молодец. Привет. Как тебя зовут? Что ты тут делаешь? Меня зовут Машенька. Я собираю мандаринки. Для чего? Сколько это стоит? Я собираю мандаринки, чтобы покормить бедную девочку Софью. Бедную? Почему она бедная? Она голодает. Наверное, в лагере фруктоедов живет, мечтает о картошке фри, заказывает ее Дед Морозу. Привет. Привет. Тебя как зовут? Меня зовут Алена. Вы что, с одной группировки, что ли? А, у вас лагерь сыроедов такой веселый. Слушайте, ну я, значит, не с вашего лагеря, получается. Я всегда веселый. Мы провели чилики, все какие только можно. Да, и без паразитов вам жить не весело, да? Голодали по 5 дней. До понедели. Приезжайте к нам собирать мандарины, потому что их силы скоро кончатся. И... У нас очень весело. Мы их силы скоро кончатся. Мы будем собирать мандарины. Не переключайтесь. Друзья, вот ты... Маша мне хочет поведать историю. Я собираю вот третий раз в жизни мандарины и уже имею определенный опыт. Короче, вот то, что мы тут собираем, это вообще очень халявные условия, потому что деревья низкие, вот, погода идеальная, и нету никакого склона. И есть все приспособления, вот, для того, чтобы собирать столы, вот, лесенки, вот. Потому что в прошлый раз, короче говоря, у нас был пипец. Там, конечно, подороже платили за ящик, но там такой склон был, капец. Плюс еще маленько дождь капал. Мандарины все падают, мы их наступаем, все размазывается, такая каша, мы с этого склона летаем вниз. Вот. И вот этот высоченный, короче, склон, так, деревья выше вот этих раза в 2, как березы у нас на Урале. Вот. И нету нормальных ни лесенок, ни столов, короче, лесенки трухлявые, СССРовские. Вот. Короче, подо мной даже под весом моим сломалась, короче, она в бок полетела. Вот. И вот в таких условиях мы, да, собирали, я вообще... Сколько ты собрала ящиков? 11. 11 ящиков по 120 рублей, да? Да, да. Но при этом мне помогали местные и Макс Семенихин. Спасибо Максу Семенихину. Потому что я не смогла в такой город таскать ведра. А ведра были, кстати, не пластмассовые, которые легкие, а железные, вот, но больше вот этих. Ну, здравия. Потому что, короче, в одно ведро влазило 10 кг. Представляешь, 2 ведра надо нести по 10 кг в такую гору по жиже по такой. Я вообще, я просто один раз сносила, у меня просто все пережало руку вот так вот, от веса вот этого тяжелого. То есть это были пипец условия, какие-то рабские, я реально себя почувствовала каким-то рабом там, блин. Вот. Хотя и подороже платили, но все равно. Вот. В итоге потом, короче, меня запалил с Максом звать, я начала местного Валера на весь сад. Валера прибегает такой, а мне это, думаю, как я, Агнияра. Хорошо, устраивалась. Одно ведро можно взять? Да, конечно, возьмите. Такая. Ты говоришь, хорошо, устраивалась. Типа, зовешь. А там Валера, это главный там, ну, как сказать, нас нанял работать. Угу. Он мне ведро таскал. Вот, друзья, так что если хотите ее позвать собирать, будьте готовы таскать. Не, ну все, ведро я потащил. Друзья, ну вот настало время перекусить. Если кто не знает, мы живем в лагере сыроедов. У меня почти 2 месяца сыроедство. Ну, такое с небольшими срывами по лавашу, там, по сырку. Вот сейчас нас будут угощать. И, ну, я намерен срываться по полной. Вот. Нам предлагали алкоголь, но то мы воздержимся. Вот вторая плантация мандаринов, которая нас ожидает после того, как закончится первая. Вот, мы пойдем. Пойдем отобедаем. Вот с этого сирена, где болгарский, там что такое? А ты, да? Сколько угощений? Это сырок, а это что такое? Фасолька. Фасолька. Тоже овощи, да?
Капусточка, курочка, халвишка. Вах-вах-вах, все. Что ты там? Кофе не пила 2 месяца. Хочу кофе выпить. Хлебом и с маслом. И с сыром. И с сахаром. Как тебе курочка, понравилась? Конечно, привычный такой вкус. Как родная, да? Не забыла я этот вкус еще. Друзья, вот уроки абхазского. В общем, клубника по-абхазски будет... Ацициндра. Пейте охлажденным, как будет? Вот, пейте охлажденным. Вот, вам только что озвучили. Вот так это написано. Понял, как сам прочитать. А напиток безалкогольный газированный как будет? Ичабарам. Ицахэцахэо. Азыржэте. Правильно сказал. Его поймут. Если я так скажу в магазине, мне что дадут? Леща, наверное, дадут. Это абхазский язык, она очень схожа. Да. Она со мной разговаривает. С чем схожа? Абазинский. А что за абазинский? В этом году все отдыхали, были спортсмены. Абазинцы. Все, что они говорили на их языке, я понимала. Я смеялась. Я не говорю, девушка, что вы смеетесь? Я говорю, все, что вы сказали между собой, я все понимаю. Выучи вот состав, пожалуйста. По маслицу соскучился. Уже соскучился, похудел весь 2 месяца. Худышечка, ребра от него торчат. Все, там висит уже не работает. Мы его как руки едим. Кофе так сразу. Две кофе. Еще и чай. Зачем году 2 раза заставить платить? Нет, кто вы, русские сыроеды? Ужасные. Мне понравились. Они так прикольно говорят. Может, к ним в гости будут ходить. Они приглашали нас в гости. Живут рядом с нашим домом. Вот. Да, местное население, друзья, доброе такое. И акцент хороший такой. И вообще дружные они. Ну, вот. Зачем столько ящиков иметь? Я имею, потому что это хозяйство. Прикольно вообще. Друзья, я хотел бы сказать ощущение по поводу... Мне что-то вообще люди понравились, такие клёвые. По поводу попробованной курицы, короче. Меня... Да, Аленка, мы поели курицу. У меня негатив, короче, внутри. К себе? Я не к себе, к курице. А я что-то думаю, такая, мне кажется, у нас становление с сыроедами должно быть постепенно, поэтому то, что мы сорвались первый раз, ну... Это знаешь как оценочное мнение, чтобы сравнить вот это и вот это. И ты такой бах туда возвращаешься, такой понимаешь, о нет, это не мое, я больше сюда не хочу. Самый прикол в том, что знаешь, я поняла, что я сейчас поела курицу, я не хотела их обидеть и сказать, что мне невкусно. Вот. Вкус привычный, но он, оказывается, не такой вкусный, как можно поесть вот хлеб там. Да вообще резиновая курица, мне прям вообще ничего мне не понравилось. Да. Мандариновые коровы. Вот это мясо коров, наверное, вообще вкусное. Время 3:30. Они до сих пор не отдавали нам паспорта. Вот постараюсь показать, что видно сверху. Вот это те же снежные вершины. Вот дом, вот я. Вот высота. Девчоночки подо мной. Я так секатором вот просто так вот. Делаю так. Тыщ, 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 тыщ. Так пожестко. Боюсь упасть, потому что передо мной ничего нету. Только вот эти жалкие огрызки дерева. Вот. Ну, так вот, в общем, мы задыряемся. Шоу. Сейчас 4 часа, короче. 4 часа дня, 3 декабря 2018. Вот. Там еще второй сад ждет, вон там видно. Сбор вовсю. Девчонки скидывают на пол. Я как падаличник. Падаличник, личник, падаличник. Собираю с пола. Вот.
Полоски взят. Да еще воняет. Ой. Так. Друзья, вы посмотрите, какой урожай имеют хозяева. Какой вес имеют ветки. Они сгибаются под своим весом. Вах, какой зрелый мандарин. Как много его. Сейчас мы сюда залетим, в это пространство, и устроим там беспорядок. Из этого беспорядка построим новый порядок. Вот, и все будет отлично. Но уже никогда не будет так, как прежде. Вот, ибо мы вершители нового порядка. Мы трио, мы. Как нас называть? Наше трио как называется? Натресканные. Мы на трескачи, может быть? А, они треской наши, они и так треснутые. Мы их приедем домой, будем трескать. Мне кажется, у нас сегодня в лагере все будут дети обидаться тресканными мандаринами. Обтрескаются, да? Обтрескаются. Все, говори. Ну что, птички выпали из лифчика, вообще не так наплохо. Как чувствуешь? Я чувствую, как картошки. Твердыми железными. Что-то с пола собираю. Нравится тебе с пола собирать ходить? Нет, нет, больше с дерева нравится рвать. Ну ты же картошку не ешь, что ли, собираешь? Я-то не ем. Не ешь? Я только с дерева ела, что с пола-то что у тебя все щеки в оранжевом соке? Не знаю, что это со мной такое. Цель вон тот огород начать. Тут даже курицы просто питаются мандаринами. Ветхая избушка. У тебя что, это, кол в жопе? Нет. Да. Не, спина прямая такая. Красивая. Тимуру понравится? Я думаю, да. Ну, ты же думаешь, что он тут дикий стал, вообще женщин не видела. Тебя без зубы полюбит. Ноги мне уже полюбил. Друзья, болит моя клешня, болит уже отжиманий. Нет, болит у него. Девочки. А у нас то, что с нашими клешнями. Тоже стонут. Постоните, как вы стонете. Время без 25. Наша задача забить все ящики, чтобы хозяева нам сказали, блядь, ладно, собирайте себе, сколько влезет. Вот. Мы уже на второй плантации. Скоро приедет машина. Вот, ну и клешни болят. Шел пятый час, Максим снимал. Да, говорил, пятый час съемок, я устал, друзья, уже снимать. Так болят клешни. Я покормил всех куриц и коров, все накормленные. Вот. Еще все, что мы собирали, хочет раздать массы. Да. Сама добродушная. Детям отдать все. Сама добродушная. Он думает, что ему прилетит миллион. Еще я хочу кастрировать всех пидорасов. Вот, чтобы они не размножались. Ты так сделал, прикольно. Моих ее не позволяет так говорить. Девочки. Друзья, мы просто килограммами тут натрескали просто мандаринов. Вон они, тресканные. Что это все тресканные? И я натресканный. Мы натрескались и вот. И мандарины. Дальше секаторами трескаем, короче. Смотри, как пилась. Я первый раз такое вижу. Это так здорово. Ой, так мило. Любимый, посмотри. Здорово? Сколько у тебя IQ? Курицу? Сколько IQ? А, кстати, ты когда будешь с такой курицей знакомиться, ты сразу трогай. У тебя Меркурий сильный или слабый? Или просто
там, если слабый Меркурий, она тебе подойдет, уровень интеллекта. О, так здорово! Классно? Вы будете Новый год, знаете, справлять вместе? Как? Ну, так она. О, Путин! Это так здорово! Я так счастлива! А ты счастлив, любимый! Ты такой красивый, у тебя борода покрашенная, я молюсь на тебя! Че голос дрожит? Ты че, слышишь, сука, что ли? В смысле дрожит? Ну, как-то вибрирует. Или у тебя вибратор там заткнул? У меня? Дырки, думаешь, нет? Тупая курица знает, что такое вибратор? Наверное, знает. Он только так знает. Она знает, как кипятить. Че еще знаешь? Я что знаю? Угу. Я вообще ничего не знаю. Я узнаю, подписчикам что хочешь сказать вот, моего канала? Подписчикам? Да. Девушки, если у вас IQ минус 50, у вас слабый Меркурий и вот такая Венера, обращайтесь вот к этому типу. Вот, девчонки, пишите мне. Ссылки в шапке канала, там есть WhatsApp. Ну ты чё не падай там? На шпагате? Самый главный тест, девчонки. Моя локоть сломала! Я не буду больше работать. Это дрянная работа. Любимый, унеси меня отсюда. Я больше так не буду. У меня локоть сломана. Я блядь, не могу. Слушай, ну это серия Дом 3. Я хотел снять серию про Абхазию, а не про Дом 3. Нет, это я тебе же на твой канал, девушка. Да отстань со своим ведерком там. Да, конечно. Че, все, ты слазишь? Да пора бы. Не, я не вижу. Ну вон там. Не, вот, вот хорошее место. Ну там тоже надо собрать, а ты скажешь. Что, тебе подать ведро? Да. Давай. Держи. Вот, Аленка у нас коленку себе вот порвала. Да, придется зашивать. Придется ампутировать левую ногу. Так, ну все, уже сумерки. 5 часов. Да. Но у нас тепло. Вот, пакуем рюкзаки у нас. Рюкзачки наши. Красивые, набитые. Вот, вот труды нашей работы. И вот, девоньки, наша зарплата. Зарплата, держи рубль. Рубль твой. Рубль мой. Рубль 200 тебе. Сейчас, подожди, вот так, хоп. Покажи, сколько там. Телезрителям. Ты ж, круто. Ты ж, настоящие? На зуб будешь пробовать? Набрались, натрескались. И сколько тут килограмм-то? Ну, 20-то есть, да? 20 на 30 рублей. Это ж кто-то, еще 6 соток. Сосед, но... Все, друзья, вот так вот мы сходили за мандаринами. Все, подписка, лайк, еще больше истории об Абхазии. И везде, где буду, обо всем расскажу. Все, всем пока. Все, бежим.